зависит активное политическое участие. Это участие выражено переменной дихотомической, которую я создал на основе базы ESS, исходя из того, что если респондент проявляет активное политическое участие хотя бы в каком-то из видов, то он получает 1 балл. Если не проявляет, то 0 баллов. Описательная статистика по полученной переменной выглядит таким образом. Как мы видим, она не очень технически хорошо выглядит, поскольку подавляющее большинство не проявляет активного политического участия, и только 18% проявляет. В качестве предикторов выступают ряд категориальных переменных. Трехранговые переменные про доверие власти и доверие другим людям. Трехранговая переменная доход, полученный исходно из децельных групп. Интерес к политике, четырехранговая переменная. Четырехранговая переменная, просмотр политических передач, заканчивается вот этой категорией, третьей. Трехранговый возраст с такими границами, пол, уровень счастья, религиозность. А точнее, принадлежность или непринадлежность к религиозной конфессии. Самое первое, что приходит на ум, для того, чтобы решить эту задачу, стоит применить логистическую регрессию. Однако, если мы применим логистическую регрессию только для эффектов первого уровня, то есть самих предикторов, без их interaction эффектов, у нас получится отсутствие предсказаний категории yes участия. Не будет. Предсказательная сила такой модели таким образом нас не устроит. Мы можем не ограничиваться вот этими одномерными эффектами, полученными путем дихотомизации исходных предикторов. Мы можем построить двухмерные и трехмерные эффекты. Например, вот двухмерный эффект. Это респонденты, у которых низкий уровень доверия власти и низкий уровень доверия другим людям. Если мы попробуем ограничиться одномерными, двухмерными и трехмерными эффектами, то общее число дихотомических переменных составит 0,5.